Доброе утро, Джексон. Сегодня я иду в школу. Как жаль, что тебя нет рядом. Флорида, а Джексон тебе вообще звонит? Да, Элис. Вчера мы с ним переписывались полночи. Окей, больше вопросов нету. Все равно, он начал тебе звонить и писать все реже и реже. Послушайте, сестрички, не лезьте в мои личные отношения. У меня с Джексоном все классно, ясно? Ясно. Но знаешь, Флорида, новая школа, и на тебя уже положил глаз новый парень. А еще мы вроде бы договаривались, в новой школе начать новую жизнь. Джилл и Элис, новую жизнь можете начать вы, а я скучаю за Джексоном, и мне больше никто не нужен. Девочки, ко мне Гвен кинула запрос в друзья, добавляйте ее. Что? Нет, конечно, мне эта штучка сразу не понравилась. Странно, что она кинула запрос в друзья Кайли. А она, походу, решила влезть в доверие самой младшей сестры. Окей, отклоняю. Отклоняй. Правильно, Кайли, не нужно дружить с плохими. Девочки, привет, я с плохими новостями. В смысле? Зачем нам плохие новости с утра? Что случилось? Ты что, встретила охотников на вампиров? Это я нашла сегодня утром в почтовом ящике. Это тебе, Флорида. Что? Любовная записка? Если бы. Что там написано, Моти? Флорида, читай. Гвен зовет меня сегодня ночью на кладбище. И думаю, она хочет не просто прогуляться. Что она от тебя хочет, Гвен это? Флорида, это все из-за тебя. Это ты вчера вступила с ней в конфликт. Это Гвен уже от вас не отцепится. Особенно от тебя, Флорида. Что? Вы мои сестры, вы будете орать на меня? Я хотела показать всем, что мы не собачки. И что в новой школе нас никто не будет доставать. Да что ты, Флорида? Мы хотели показать, что мы крутые, но не так. Мы договаривались сразу не влазить в конфликт. Девочки, я, наверное, пойду. Нет! Я поняла, мои сестры просто испугались этой рыжей Гвен. Вы должны понять, что если мы будем кого-то бояться в этой школе, для нас не будет и места. А ты должна понять, что мы не сможем учиться с этими кровососами. Так, стоп, девочки, я знаю, что вам надо делать. Может, вам подружиться с Гвен? Что? С Гвен? Нет! Девочки, я не поняла, что за ссоры. Не сводите с ума свою мать. Вы же сестры. Мама, привет. А тут просто мелкие разборы. Мам, мы уже готовы идти в школу. Я не пойму, почему ссоры? Вы что, уже влюбились в одного парня и не можете его поделить? Если бы. Мама, мы поссорились из-за помады, потому что Элис часто ее берет. И я боюсь, что она может ее поломать своим клыком. То есть ты хочешь сказать, что мои зубы больше твоих? Я хочу сказать, чтобы мои сестры на меня не орали и не брали мои вещи. Девочки, а давайте вы будете показывать себя с хорошей стороны. У вас в комнате чужие люди. Мам, мы же наша подруга, и мы ей доверяем. Мне так приятно. Если что, я не сплетница, и об этой ссоре я никому не расскажу. Отлично, мышь. Ну что, мы идем в школу? Для начала мы все должны помириться. Мир! Мир! О, какие у меня лапочки, дочки. И больше никаких ссор. Не, ну мне понравилась самая мелкая. Серьезно? Шучу. Пацаны, вы что, реально запали на этих новеньких? Они же детский сад, вы видели, как они одеты. Мне вообще ни одна не понравилась. Больше всего новенькие не понравились моей девушке Гвен. Я не понимаю, почему она так пристала к ним? Извини, Роберт, но мне кажется, твоя Гвен чувствует конкуренцию. Вот-вот, только хотел сказать. Равных нам нет. Мы в этой школе крошихи номер один, так что прикусите свои языки. Прикусили. Пацаны, привет! Хорошие мы нарвались. Джастин, пожалей меня, мы только что убегали от охотников. Что охотники? Что вы придумали? В этой местности охотников нет. А вот и нет, они на нас охотились, мы еле от них отстали. Ты мне не веришь? Мы сами видели их своими глазами. Гвен, я тебе верю. Ребят, поверьте, Гвен врать не будет. Джастин, мне так было страшно, пожалуйста, не бросай меня, ходи со мной в школу. Сирена, я не могу, у меня тренировки, нам с тобой не по пути. Блин, ребята, вы такая красивая пара, дайте я вас фоткаю. Сладкая парочка. Джастин, поздравляем тебя с новой подругой. Улыбку, Джастин, улыбку. Блин, я так не хочу проходить через весь этот движ. Да пофиг, пойдемте. Со всеми вежливо, как договаривались. Угу. Всем привет. Привет, ты получила мою записку? Мышь, ты же передала?
Передала. Получила. Гвен, может, поговорим здесь и сейчас при всех? Нет, в 12 встретимся там, где я тебе написала. Один на один. Если придешь не одна, тебе крышка и твоим друзьям тоже. Хорошо, я приду одна. А мы сестры, мы не расстаемся. Да, мы один за всех и все за одного, между прочим. Страшнее девчонок я в этом мире не видела. Ты унижаешь их, чтобы повысить свою самооценку? Нет, они просто действительно страшные. Спокойно, девочки. Я встречусь с Гвен один на один. Только можно узнать, по какому поводу? Ты хочешь узнать, по какому поводу? Гвен, можно тебя на пару слов? Грэс, что я уже натворила? Мне нужно уточнить по поводу школьного журнала. Помощь нужна, девчонки? Мы эту Гвен быстро поставим на место. Вы что, обалдели? Я ей все передам. Спасибо, мальчики, сами справимся. Мне кажется, эти девчонки скоро поставят на место Гвен. Джастин, что ты несешь? Ты видел их? Джастин, ты не забыл? Гвен моя девушка. И твоя сестра, между прочим. Но Гвен нужно обломать. Слишком много выделывается. Характер в бабушку. Привет, девчонки! Привет, Дора и Нора! Ну что, вы же с кем-то познакомились? Со всеми нашли общий язык. Да, со всеми познакомились. Тут все такие приветливые. Мы в шоке с такого крутого приема. Круто, мы за вас рады. Девочки, если вас кто-то будет обижать, обращайтесь. Моя сестра такое умеет. Например, встать и делать пакость. Девочки, вы слышали? По-моему, у нас появились новые подруги. Слушай, Нора, а где твои клыки? Ты что, не вампир или просто прячешь, как я? Она носит брекеты. По-моему, ей клыки спилил стоматолог. Наверное, криво выросли. Я вампир чистокровка, а моя сестра... А я ведьма, только никому об этом не говорите. Вау! Девочки, вы слышали, какую нам доверили тайну? Мы никому! Карен, слушай, подскажи, где тут можно записаться в команду чирлидеров? Мы очень крутые чирлидерши. Мы на соревнованиях всегда занимаем первые места. Стоп, девочки, у нас уже есть команда чирлидеров. Оу, но где одна команда, там и вторая. Записываем, мы будем командой номер один. Девочки, как называется ваша команда? Вампиры. Команда маньяки сотрет вас в порошок. Посмотрим. Ну что, мышь, ты в курсе про сегодняшние разборы Флориды и Гвен? Я сейчас пойду и нажалуюсь Грейс. Мышь, не говори так, а то все настроятся против тебя. Мышь, если ты будешь на этих разборах, сними на видео, мы хотим посмотреть, кто кого. Вы что, ненормальные? Я помешаю этим разборам. Гвен из Флориды перышко сделает. И как ты это сделаешь? Пойдешь нажалуйся училке Грейс? Нарываешься ты, мышь. Эх, пацаны, как же вы любите девчачьи разборы. Ребят, ваши оценки просто ужас. Кто был вашим прошлым учителем? Понятно, вы даже имени не помните. Вы можете плохо учиться, но запомните, такие как вы быстро нарываются на охотников. Хорошо, Грейс. Мы исправимся. Исправьтесь. Флорида, не забудь, у нас сегодня встреча. Я буду. Ты что, реально пойдешь? Да, я хочу закончить этот конфликт раз и навсегда. Мы с тобой. Нет, мне нужно пойти одной. Сестренка, я буду за себя так переживать. Да, Флорида, ты делаешь ошибку, она очень сильная. Элис, но я не слабая. Флорида, мы тебя одну не отпустим. Мы будем ждать в кустах. Ботаны, не тритесь возле моих шкафчиков. Послушай, Гвен, попроще, разговаривай. В ботанах мой брат, Нейтан. Лилит, ты со мной так не разговаривай. Ты забыла, кто я. Я самая главная в этой школе. Смотри, ты будешь с этими ботанами. Спасибо, Лили, что заступилась. Пожалуйста, Нейта, но нужно самому учиться постоять за себя. Они нас обижают. Мы не такие крутые, как они. Всегда можно поменяться. Начните хотя бы ходить в зал. Пресс качайте. Мы учимся, мы заняты. Джастин, скажи, ты меня любишь? Оливер, давай поменяемся местами. Джастин, я не поняла. Ну что, голубки, сегодня я этой Флориде повырываю все перья. Гвен, плохие новости. Какие? Джастин, ты что, обижаешь мою подругу? Эти новенькие записались в команду чирлидеров. И что тут такого? Будет у нас еще одна крутая команда чирлидерш. Опа, если они станут чирлидершами, я замучусь какой-то из них. Что? Это мне очень не нравится. Итак, отсутствующие есть? Нет. Давайте проверим. Нора. Нора и Дора есть. О, вы близняшки? Да. Нейтан. Я здесь.
Моти? Я здесь. Марк? Я здесь. Оскар? Здесь. Лили? Есть. Белла, Рассвет? Тут. Я тут, я больше не буду прогуливать уроки. Отлично, сегодняшняя тема урока. Грейс, я хочу вам кое-что рассказать. Что, прямо сейчас? Да, но это важно. Нет ничего важнее урока, поэтому открываем тетради и записываем. Нора, почему ты не открываешь тетрадь? Ты ее забыла? Мне не нужна тетрадь и ручка. У меня все записывается в голове. Отлично. На контрольно проверим. Итак, тема урока. Чем отличаются полукровки от чистокровных вампиров? Гвен, мне кажется, Джастин меня не любит. Он встречается со мной через силу. Сирена, он просто тебе не открылся. Я уничтожу эту Флориду и всех ее сестер. Гвен, будь осторожнее. Мы не знаем, какими силами они обладают. Они такие мутные. Сирена, ты что, сомневаешься в своей лучшей подруге? Кто самый сильный в школе? Гвен. Поэтому все будет хорошо. Поверь, Сирена. Разнеси ее в пух и прах, подруга. Ну что, пацаны, вы готовы? Сегодня будет разбор. Вы представляете, как Гвен уроет Флориду? Девчачьи разборы – это всегда представление. От Флориды ничего не останется. Пацаны, вы серьезно? Вы хотите, чтобы Гвен закопала эту малышку? Пацаны, а если мы этому помешаем? О-о-о, Джастин влюбился в блондинку. Правильно, правильно. Потом Сирена посмотрит на меня. Бедный Тео. Сирена на него не смотрит. Гвен не понравится, если мы вмешаемся. Так что, разборов не будет? Пацаны, я не хочу мутить сирены, и разборы нужно остановить. Пацаны, а давайте поддержим новых девчонок, они же классные. Так еще и черлидерш. Если что, блондиночка нравится мне. А мне нравится черно-белая. Такая штучка. Ого, пацаны, да вы все растали. Это я один ни на кого не повелся. Это временно. Так что, пацаны, сегодня без четверти 12 встречаемся на кладбище. Помешаем разборам! Гвен просто офигеет, то, что вы хотите помешать ее планам. Офигеют новые девчонки, то, что мы за них пишемся. Ну что, пацаны, по вампирскому лимонаду? Да! Девочки, мне срочно нужно выбрать наряд. Сегодня я эту Гвен поставлю на место. Флорида, может, не надо? Подумай! Элис, нет, нам нужно покончить с этим, потому что нас постоянно будут гнобить в этой школе. Вот если бы здесь был Джексон, он бы заступился за нас, но его здесь нет, поэтому нам придется самим. Ну ничего, Флорида, мы будем в кустах, мы не дадим тебя в обиду. Главное, чтобы об этом мама не узнала. Не узнает, если вы не скажете. Прикройте меня, мне нужно будет как-то незаметно выйти из дома. Конечно, прикроем, сестра. Надеюсь, ты покажешь этой Гвен. Конечно, покажу. Мы же тоже непростые. Просто нас пока никто не знает в этой школе. Личный дневник. День второй. Сегодня у Флориды разборы. Надеюсь, удача будет на моей стороне.